Привет, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня хочу готовить рис с овощами или а-ля плов с овощами. Ну, правда, немножечко будет колбасы. Это блюдо у нас очень и очень любят. Оно получается очень вкусное, сытное. И сейчас я вам расскажу, что для этого понадобится. Ну вот, ребят, я уже здесь, кстати, порезала три вида колбасы. Вот это ветчина из индейки, это немножечко салями, и это две сосиски. Вот, то, что было в холодильнике. Также нам понадобится три яйца, нам понадобится перчик болгарский. Я бы, конечно, с острым сделала, но острого нет. Так, три грибочка, один огурчик, лучок, морковка. Я буду использовать корейскую морковку, но можно использовать свежую, мелкокрошенную. И также нам понадобится кукурузка, свежая зелень совсем чуть-чуть, растительное масло и приправы. Это у меня, кстати, чесночная приправа для мяса. Так, ребят, что сейчас мы делаем? Рис я промою в нескольких водах и поставлю его варить. Варить буду, как варится на плов, немножко сверху наливаем воды в палец толщиной и ставим на огонь. А овощи я сейчас подготовлю для зажарки. Ну что, приступаем. Друзья, рис я промыла, залила небольшим количеством воды. И я добавляю бульончик на косточке вместо соли. Тогда будет рис более такой вкусный, такой, как это сказать, привкус. Более насыщенный будет вкус у риса. Ну вот, друзья, все я подготовила. Это мелко крошенные грибы. Это мелко крошенный болгарский перец, зелень. Также мелко крошенный огурчик, лучок, морковочка. Ну, яйца пока так и стоят. Я предлагаю приступить к обжарке. Первыми мы выльем на сковороду масло. У меня такая типа сковороды вок, ну типа казана. Начну обжаривать с колбаски, с грибов и с лука. Остальные овощи будем добавлять чуть позже. Ну вот, пошли на обжарку. Колбаса, грибы и лук. Поджариваем чуть-чуть, постоянно перемешивая. Сейчас самое главное следить, чтобы не поджаривалось, а равномерно обжаривалось со всех сторон. Вот. Обжариваем 2 минуты и добавим морковки. Добавила морковки и тоже обжариваю 1-2 минуты. Теперь добавляю болгарский перец. И тоже 1-2 минуты. Смотрим, как будет обжариваться. Уже видите, какой красивенький получается. Красивая начинка. Теперь добавила огурчик, размешиваю его также и тоже 1-2 минутки. Так, вот теперь можно добавить и наш чесночную приправу для мясных блюд. Вот. Так, уже овощи я обжарила, я их отодвигаю и делаю такой омлетик из яиц. Вот 3 яйца я предварительно их немножечко взбила и выливаю на сковороду. И теперь, постоянно помешивая, мы делаем такой как бы
Можно не помешивать, в принципе, можно так оставить. Пусть немножко схватится. Можно накрыть ее чуть-чуть крышкой. Ну вот так, ребят, моя глазунька схватилась. Сейчас я ее выложу на тарелку и мелко покрошу. Свернула ее трубочкой, разрезала повдоль. И теперь вот так на мелкие кусочки я ее разрежу. Теперь в наш казанчик я уже положила готовый рис, казанчик или сковороду. И высыпаю кукурузу. Водичку я предварительно слила. Так, перемешиваем до однородной массы. Так, перемешала. Теперь же сюда я отправляю наши яйца. Так. И чуть-чуть зелени. Немножко зелени. Все перемешиваем. И рис наш будет готов. Друзья, посмотрите, какое замечательное получилось блюдо. Красивющее, все такое яркое, а вкусное вообще. Пробую. Вот этого риса могу есть больше даже, чем плова. Блюдо получилось просто обалденное, ребят. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч. Пока-пока.